Мотоциклетный клуб «Славяне» вручил подарок детско-художественной школе – два мощных компьютера для изучения компьютерной графики. Об этом более подробно в следующем материале. 2020 год для детской художественной школы стал юбилейным. 30 лет назад школа открыла свои двери для юных дарований. Сегодня детская художественная школа – одна из лучших школ края с общим числом учащихся – 265 человек. Наряду с академической живописью и рисунком в школе уже 20 лет преподают компьютерную графику. Президент мотоклуба «Славяне» Вячеслав Белый передал в дар школе два компьютера с большими техническими возможностями. Сотрудничаем уже не первый год с районной администрацией. Ну, решили помочь детям, чтобы у них были компьютеры. Вот, купили, привезли. Хорошие, мощные, современные компьютеры с большими мониторами, с современными клавиатурами. С такой техникой у преподавателей и учащихся открываются новые возможности для углубленного изучения современных технологий. Участникам мотоклуба вручили благодарственные письма от администрации района и художественной школы. Со словами благодарности к спонсорам обратилась начальник отдела культуры и искусства администрации Амурского района Оксана Баланова. Я бы хотела поблагодарить вас всех и за участие в развитии детского творчества, такое новое ваше начинание в меценатстве. А, конечно, вы участвуете в многочисленных мероприятиях, связанных с культурой, и это и славянское, и патриотическое направление. Поэтому огромное вам спасибо. Директор школы Борис Клистов провел экскурсию, показал гостям творческие достижения учащихся, а также провели мастер-класс по керамике на гончарных кругах от выпускницы школы Полины Бузо, на котором байкеры попробовали самостоятельно слепить различные изделия из глины. Анатолий Карпов, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.